Всем доброго времени суток. Пятница. Я с новой притчей. Однажды учитель спросил учеников: «Скажите, почему люди, когда ссорятся, они повышают голос и даже кричат друг на друга?» Один из учеников ответил: «Ну, наверное, они выражают так свое недовольство. Но зачем же кричать? Ведь партнер находится с ним рядышком и все слышит». Ученики недоуменно пожали плечами. Им и в голову не приходило размышлять над таким вопросом. А учитель на это говорит: когда люди злятся друг на друга, и между ними растет недовольство, их сердца отдаляются, а вместе с сердцами отдаляются их души. Вот поэтому они кричат, им нужно больше усилий, чтобы услышать друг друга. И чем сильнее обида или гнев, тем громче люди кричат друг на друга. А что же происходит с людьми, когда они влюбляются? Заметьте, они не кричат. Они говорят тихо-тихо, потому что их сердца находятся рядышком, и нет практически никакого расстояния между ними. А что же происходит, когда людьми правит любовь? Спрашивает учитель далее. Ученики внимательно слушали. Им не нужно слов. Они лишь иногда перешептываются, и даже глаза могут сказать им все то, что они хотели друг другу сказать. Поэтому, если вы кричите друг на друга, не увлекайтесь этим, потому что чем больше вы кричите, тем больше расстояние между вами. И помните, каждый крик, каждый скандал увеличивает расстояние между вашими сердцами. И наступит такой момент, когда ваши сердца не найдут дороги друг к другу. Я желаю вам любви, которая будет согревать ваши сердца, объединять ваши сердца и делать расстояние между ними как можно меньше. Пусть все будет хорошо.